Привет, друзья, с вами Варчик. Карта Заполярье, и мы собрались ехать с нижнего респа на правый фланг, там где бодаются всякие тяжики в яме. Ну и в принципе, что нас ждет, когда мы туда едем? Пока мы туда едем, мы успешно можем подсветиться от ЛТшки, которая светит либо грамотно, либо хоть как-нибудь, неважно, но там сзади нее стоят в дырочках на балкончике ПТшки всякие страшные, и чтобы не получить от них лишнего и доехать целеньким, поэтому едем ближе к воде, за бугром, едем аккуратно, а не как после двойной смены завода, потому что здесь можно утонуть, если быть неаккуратным. Занимаем такой вот выступ и играем через него от башни. Чем он приятен и чем он неприятен? Если у вас нет венов, вам нужно будет на него вылазить, и у вас будет торчать НЛД. Если есть вены, то будет поудобнее. Также хорошо, что если у вас союзников здесь мало, вас не зарашат, а если будут на вас лезть, то они будут там топиться, падать куда-то там, толкаться, получать от арты, и в принципе будет им больно, вы можете назад отъезжать в соседние ямки, и все это может закончиться для врагов очень катастрофично. Если они не лезут к вам, то вы можете выкатываться в тот момент, когда вам это выгодно и удобно, и давать плюху врагам. В принципе, очень удобно. Если вы поедете вперед, сразу же подожметесь к врагам, союзников у вас будет мало, вас могут зарашить, убить и вообще просто переехать и дальше поехать, забыть про вас полностью. Поэтому, как опорная точка, этот выступ очень хороший. Ну а после этого вы можете уже действовать так, как вам захочется в бою. Для этого нужно смотреть на карту внимательно и вовремя ехать либо назад, либо вперед, в зависимости от того, что происходит. По сути, это все. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!